Сейчас на завтрак мы попробуем вот такой шоколад Фантола Black White. Брали в магазине фасоль. Тут вот две палочки. Мы взяли какие-то два вкуса. Такой и еще какой-то. Вот сейчас попробуем такой. Вот написано черное печенье с белой карамелью в темной глазури. Сейчас посмотрим и заценим. Вот так вот выглядят эти палочки в глазури. Вот так вот выглядит палочка изнутри. Черное печенье и вот карамель. В общем, палочки вкусные, не сильно сладкие. Печенька хрустящая, тоже не сладкая. У карамели сладости тоже нет сильной такой. Приятная, а если еще с чайком каким-то, кофейком, то вообще зайдет на ура. Вкусненькая, прикольная такая штучка.